завтра, условно говоря, меня под белые рученьки за разглашение каких-то сверхсекретных тайн, которых, я не знаю, отправят места заключения, это значит, что победила либерально-олигархическая группировка в окружении Путина. Смотрите на меня, условно говоря. Из этого делайте выводы. Посадят, значит, забывайте про победу в этой войне. На ваш взгляд, что ожидает Россию сегодня? Война. Специальная военная операция полностью провалилась. Полностью.